В этом году в рамках программы «Аул Аманате» Западно-Казахстанской области выделено 6,4 миллиардов тенге. Для разъяснения проекта и его преимуществ жителям региона в двухдневную поездку отправились советник акима области Алдияр Халелов и заместитель председателя правления АО СПК «Акжаик» Казбек Узыканов. Они провели встречи с крестьянами Каратубинского, Теректинского районов и района Байтерек, обсуждая работу кооперативов и поддержку малого предпринимательства. Эти меры направлены на развитие сельских территорий и улучшение благосостояния местных жителей. В составе рабочей группы были заместители акима районов, ответственные за сельское хозяйство, руководители отделов и акимы сельских округов. Как поживают те, кто взял кредит в рамках программы и начал собственное дело? В поисках ответов на этот вопрос рабочая группа посетила несколько сел, осмотрела результаты и обменялась опытом. Государственная программа «Аул Аманате» реализуется в регионе с прошлого года. В рамках этого проекта в прошлом году жителям региона было выделено 6,4 миллиардов тенге, выдано 932 кредита. Это позволило не только развить местные производство, но и создать 1136 рабочих мест. Рабочая группа сначала посетила село Косколь Каратубинского района. Местные жители организовали кооператив, который занимается производством и продажей натурального мяса и молочных продуктов по доступным ценам. Кроме того, кооператив заготовил корм для животных и продает рулоны корма по 2500 тенге членам кооператива, а жителям Косколя по 3000 тенге. Кроме заготовки кормов, с помощью сельхозтехники, взятой в лизинг, сельчанам предоставляются услуги по вывозу мусора, а также бытовые услуги, что помогает им не только обеспечить себя работой, но и получать средства государственной поддержки. Аналогичные эффективные работы проводятся и в селе Макарова района Байтерек. Мы предоставляем помощь в области разведения скота. За каждую маточную особь мы выплачиваем 10 тысяч тенге. Если жители вступят в кооператив, государство выделит средства на каждую маточную особь. Эти деньги будут использованы местным исполнительным органом для содержания скота через СПК. В настоящее время это актуальная проблема для всех сел, и данное решение направлено на ее устранение. В селе Макарова 90 семей объединились в производственный кооператив «Аманат», который ежедневно сдает более 200 литров молока по цене 210 тенге за литр. Кооператив занимается производством сельскохозяйственной продукции, включая птицу, садовые культуры и другие продукты. Средства на развитие кооператива составили 26 миллионов тенге, включая приобретение техники. Так как мы все это проводим через СПК, то каждый литр 20 тенге субсидии получаем государство. В 2023 году мы 6 миллионов 700 тысяч субсидий получили. В 2023 году у нас 120 тонн сдано. Тоже около 2,5 миллионов субсидий получили. Вот. Кроме этого, чтобы подготовить жителям, обеспечить их кормами, мы на СПК получили в этом году 26 миллионов 400 тысяч. По словам Казбека Узыханова, программа «Аул Аманате» демонстрирует свою эффективность, улучшая условия жизни, повышая доходы сельских жителей. Максимальная сумма кредита для населения составляет 9 миллионов 200 тысяч тенге, для кооперативов 29 миллионов тенге. До 29 миллионов кооператив может взять кредит. Процент 2,5% годовых, и плюс мы предоставляем льготный период. Льготный период – год. Предоставлять по основному долгу и по вознаграждению. В селе Байкунес предприниматель Сергей Лемешев, работающий в сфере производства древесного угля, также получил льготный кредит на сумму 4,8 миллионов тенге. Эти средства позволили ему приобрести новое оборудование и расширить производство, создавая новые рабочие места. Мы делаем вот уголь брикетированный. Это его плюсы в том, что он горит дольше, а потом и можно вторично его использовать. Например, продукты у тебя закончились на мангале, ты его водичкой залил, и потом можно вторично использовать. В принципе, в этом и есть плюс, жар хороший. Сельское хозяйство остается стратегически важной отраслью, и его состояние напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Учитывая зависимость сельского хозяйства от климатических условий, в этом году увеличено финансирование на развитие молочной продукции. В ближайшие годы планируется строительство двух заводов по производству молочной продукции в Бурлинском районе и городе Уральск, что позволит обеспечить население натуральными продуктами и снизить зависимость от импортных товаров. Сергей Уланов, Альбина Жекенова, Айбулла Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.